Приветствую всех себя на канале. Сегодня у нас уже 10 это февраля 2021 год. Утеплял я свою хурму, которая была на зиму посажена поздней осенью. Она там укутана пленкой с расстоянием сантиметров 20 вокруг. И засыпал такой вот горой снега. То, что мерза передают до 30 градусов. Ну, у нас по югу Беларуси будет, думаю, градусов до 15-20. Решил я, снега насыпала позапрошлой этой ночью, что было, и хватало снега, я засыпал хурму. К чему я это говорю? Когда засыпал хурму, то лежу, там пчела на снегу бегает, там стал по улях идти, почистил литки, где подзамерзшие, где снегом подзамело, то, что пурга была сильная. И дошел вот до этого, я улья открытый уже стоит, крышка снята. Тут было много пчел, синички начали грызть их, слитка выгребать. Я так стукнул по улью, постучал, улиток послушал, там еле-еле-еле шелест таки. Решил я глянуть, что у них, приподнял крышку, аж гляжу наверху на потолочных сидят пчелы под утеплением. Сейчас я покажу. Видно, сдвинулась потолочина, что подкормочное отверстие закрывая. И сюда осенью у пчел вылазили. Да и зимой, наверное, погибло немного. А тут сидят под потолочиной, видно, вон сколько их там гудут. И решил я им вот с пропавших пчел рамку положить. Это дым. Хотя породы тут и бахвасты у меня, но такие помешаны. Но без дыма им ничего не сделаешь особо. То, что когда я открыл это все дело, они начнут разбегаться. Сейчас мороз небольшие градуса, 4 всего. Так я их немного курну, они позбегают в гнездо. И думаю, не на отверстие буду ложить рамку, хотел сразу на отверстие, а одну потолочину сниму. Не все, а одну. И положу, с их хватит. Раз вышли наверх на потолочины, значит у них там нормально тепло. Аккуратненько подкуру их, чтобы в улей сошли. Тот, кто мне говорит, что дым дают пчелам, да еще и зимой, то по-другому их не согнать. Начнешь гребти там, согребать чем-нибудь, так еще они больше будут злиться, и то немного там вылезет после дыма, может, пропадет как пчела. Не курнешь дымом, не сгонишь их, да начнешь так согребать, то полулея вылезет наверх, вылетит. А чего вылезет? У нас тут полесские пчелы, лес рядом, Припятское Полесье, то помеси в основном, они злые-злые, даже с бахвост, если с ними помешался, то не очень то дружелюбные. В гнездо этот дым не попадает, он чисто поверху проходит. Ну, сейчас. Там отверстие маловатое, ну сходит потихоньку. Сейчас я их согоню, основных таких. Да приоткрыем, положим им рамку по-быстрому. Оп, так. Живых не потянул за собой, за подушкой. Ну, видно, что немного бахвост есть. Поспокойнейшие. Своих местных я так открывал. И если вовсе без дыма открывать их так вот, то через любую щелину выскакивала сразу наверх толпа черная. А так постучал, думал, уже и пропали они тут. То, что еле-еле так, и все. Сейчас я все это добро наше сгоню. Мертвых подгребаю, чтобы не валялись. Выкину их, хай синички загрызают. Все равно уже погибли. Да видно, через эту щелину зимой вылазили. Да. Замерзали. Ну, оп, согнал почти всех. Видно. Улей.
Скрип полный. Да они сразу такие спокойненькие. Еще не раз этого. Не разобрались, что к ним лезут. Уже бзыкать начинают ули. Так, поверху согнал малость. Надо нам убрать одну потолочину как-то аккуратно, чтобы положить рамку плашмя. Рамку будем ложить на планки. Сразу планки положу. Эту планочку тут кину, чтобы не провисали. По длине, чтобы сот не провисал. То, что по-любому провисать нужно. Так, эту сзади. Сейчас замеряем. Опа, опа, зашевелились уже, бачите. Выглядывать начали. Не знаю, поднимать потолочину саму. Наверное, не знаю, наверное, не буду. Так. Да, замеры провел. Сейчас гляну, наверное. Подниму, не подниму. Наверное, поднять бы не мешало, да. Если получится. О, это уже лишнего я не дал дыма. Чтоб не мешала камера наша. Видно, на потолочине пчелы сидят. А их струшу, да согребу сейчас. Давайте, Уля, а то померзнете. Опа-опа-опа. Наши пчелы сидят по всей длине, по этих, по рамках, на всю длину. Так что это я поперек так положу, чтоб сот не провисал, когда потом пригрею его под потолочными. Ну и сюда планочку с края положу, чтоб щели небольшой не было. Может, еще одну сейчас принесу. Принес еще планочку. Все, ложим рамку, закрываем. Все это дело. Поцарапал я так рамку, что-то тут с соседним заволновались. Вот, бляха, дым, наверное, почули этот. Вот видите, это бахвасты у меня, что аж сейчас открыл. Сидят спокойно. А в соседнем улье, те, что я подкармливал, там помесь с бахвастом, то начали, ой, не с той стороны рамку малость. Подравнуть. Ну. А там полбаквасты вот начали волноваться рядом, что просто хожу.
Кто-то мне посоветовал дырку в рамке сделать, так я вот сделал. Комментарии мне советовали дырку сделать в рамке. Где больше меду, спереди тут я сюда положил этим. Положил сюда больше медом. И вот наша дырка. На дырке я положу планку такую. Здесь по планке ходить. По соседству пчелы стали лезть в снег. А и коганы заволновались так. Вот дурень, бляха. Вроде тихо рядом. Уже был их опыт, что лазил так. Заволновались. Да и сразу скажу, что все-таки бахвост он поспокойней. Это мне типа бахвоста послали, но такие пчелы, что бахвост, что не бахвост. Матка неплодная была. Все закрываю. Все это дело накрываю пленкой. Пленка со старой теплицы у меня. Главное, чтобы наружу щели не было, чтобы не лезли сюда. По краях прыгнут потолочинами. По краях пленку потолочинами, а тут просто пальцами и все. И тут то же самое. Ну вот пчелы. Это мне матку подарили, были бахвоста. И это ее, наверное, второе поколение. Такие спокойные. Потом я того человека, что подарил матку, заказывал бахвоста. Неплодных, они прислали. Он прислал мне таких, каких-то темноватых маток. Да с нашими погуляли, с трутнями. Так, что попало, вышло. Того рядом. Мы рядом. Ходили, дымели поэта, и они стали волноваться. Ладно, пойду отсюда, чтоб не волновались. Хватит их. Накрыю этих и все. Такая вот подкормка, как вы видели, под потолочной, все пчелы наверху. Меда там особо не видно. А мороза передают до 20 градусов. Так что, думаю, не зря я сюда слазил. Единственное, что эти начали лезть. Вон по снегу валяются, видно. И тут снегом ледки примело им. Вот вылезло, полетело. Тогда я приму доску, чтобы им холодно было. Да свет светил, так они тогда не лезут. То с чем надо, как вылазят. Унюхали дым на расстоянии и все. Эти вот, хоть бы что. Ладно. Буду закрывать все. Эта семья уже 100% будем знать, что не пропадет. Хотя там и расстояние получается. До потолочин сантиметр, потолочина полтора. Еще планку сантиметр положил. Ну сейчас утепление наложу, чтобы тепло сверху было. Они будут ходить под потолком по этой рамке и будут мед брать есть. На этом заканчиваю. Всем удачи. До свидания.